Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский признал во время брифинга для прессы, что украинские военные осуществляют в Донбассе наступательные действия. Ну, вы разумеете, на сегодняшний день... как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись. Мы просунулись вперед. При этом ведомстве не стали комментировать вопрос о соблюдении минских соглашений, в частности, об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Вооруженные силы ДНР заявили об обострении ситуации в Донбассе, обвинив ВСУ в наступательных действиях. Из-за обстрела в оккупированном Украиной городе Авдеевке, где проживает более 30 тысяч человек, объявлено чрезвычайное положение. Тяжелая ситуация также сложилась в Ясиновато рядом с Донецком. В Минобороны ДНР также заявили, что за последние сутки ВСУ совершили 6 попыток наступления, потеряв при этом около 100 человек только убитыми. В Москве отмечают, что к активным боевым действиям в районе Авдеевки перешла именно украинская сторона. В Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения. Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера была со стороны, это не вооруженные силы Украины, а это вот эти вот отряды самостийные. С их стороны была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса. Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии вооруженных сил Украины. В целом, безусловно, подобные агрессивные действия подрывают цели и задачи реализации минских договоренностей. Безусловно, с нашей точки зрения, они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти минские договоренности.